Всем привет! У нас выглянуло солнышко. Я надеюсь, что не буду очень-очень сильно блестеть. И если это солнышко не будет светить мне прямо в глаз, то я успею записать для вас еще одно видео про мои новинки по уходу за кожей лица. Сейчас я чуть-чуть подвинусь, чтобы все-таки не попадать в солнечные лучи. Итак, сегодня я вам расскажу про посылку, которая пришла ко мне совсем недавно. Данная посылка приехала ко мне из Англии, и это посылка со средствами по уходу за кожей от органической марки Клоукло Skincare. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Марка Клоукло, о ней я достаточно давно уже знаю, читала и обращала пристальное внимание на посты в Инстаграме у данной марки. Марка называется вот так вот. Ее создатель доктор Кло. Марку вы можете найти, вот он сайт, собственно, все пароли и явки марки Клоукло Skincare. Как я уже сказала, данная марка британская, это марка органической косметики. Помимо вот этого прекрасного буклета, я получила как блогер, мне было безумно приятно, и вот я хвастаюсь перед вами. Я получила вот такую вот открытку, на которой написано «Hi, Екатерина, hope you enjoy the products, love, Dr. Klo». Собственно, здесь также есть вот такой вот код, по которому можно получить 10% скидку при заказе средств от марки Клоукло Skincare на официальном сайте в Британии. И также я получила два средства по уходу за кожей лица. Это вот такой вот Cleansing Edition, это такой вот жирненький очищающий бальзам, такой Cleansing Balm. И это вот такая вот баночка Serum Edition, это коробочки. И также я получила вот такую вот муслиновую салфеточку, ну, в данном случае она уже использованная, постиранная, высушенная, с удовольствием пользуюсь ей каждый день вместе как раз с тем самым Cleansing Edition. Итак, сейчас я вам постараюсь достаточно подробно рассказать про каждое из средств от марки Клоукло Skincare. Итак, как я уже сказала, первое средство – это Cleansing Edition. Это вот такое вот средство, это вот такая вот баночка. Это Cleansing Balm. Итак, это у нас бальзам, выглядит он вот так вот. В принципе, это такой очищающий бальзам, он чем-то напомнил мне знаменитый очищающий бальзам от марки Yves Lom. В принципе, в моей коллекции сейчас два очищающих бальзама, это один из них от марки Yves Lom, и второй это вот такой вот Cleansing Edition от Klo Skincare. Кстати, логотипом марки Klo Skincare является вот такой вот листик, очень-очень мило и симпатично. Бальзам очень приятно пахнет, в его составе лаванда, масло пачули. В принципе, состав данного средства очень-очень впечатляет. Все продукты органические, вся косметика марки Клоукло Skincare имеет огромное количество органических сертификатов всевозможных. Все европейские международные сертификаты, подтверждающие то, что данная марка состоит полностью из только органических ингредиентов. Они все присутствуют на каждой баночке. Бальзам совершенно потрясающе пахнет. Запах такой, честно говоря, очень сложно описывать запах. Это действительно моя проблема, потому что мне сложно подобрать какие-то слова. Здесь нет ярко выраженного запаха лаванды или ярко выраженного запаха пачули, но запах такой вот очень-очень приятный, и когда я нюхаю данный бальзам очищающий, я представляю себя почему-то где-нибудь на каком-нибудь таком вот тропическом острове, типа Бали или Мальдив, и очень-очень хочется, прям вот слышишь, как океан шумит у твоих ног, и прям хочется начать его использовать. Собственно, я уже достаточно активно данный бальзам использую. Я зачерпываю небольшое количество данного бальзама пальчиком, распределяю его между подушечками моих ручек и дальше наношу на кожу, достаточно активно массируя мою кожу. Если на коже есть косметика, то данный бальзам прекрасно справится с удалением вашей косметики. Он растворит
всю-всю-всю косметику, которая есть на вашем лице. Если на вашей коже нет косметики, вы используете его по утрам, то он прекрасно удалит все омертвевшие клетки, все загрязнения. Дальше вы берете вот эту вот муслиновую салфеточку, она идет отдельно, ее вы также можете заказать себе на официальном сайте марки MCLO Skincare. Вы мочите данную салфеточку горячей водой, хорошо ее выжимаете, и дальше вот так вот накладываете на ваше лицо, надавливаете и оставляете на минуту-полторы для того, чтобы под воздействием горячей воды ваши поры открылись, все загрязнение из них окончательно вышло. После этого вы убираете данную салфеточку с вашего лица, опять продолжаете массировать вашу кожу достаточно активно, лоб, зону под глазами, щеки. В принципе, вы можете в этот момент делать достаточно активный массаж вашего лица, если вы любите и практикуете различные массажи для лица, различные техники массажа для лица, то как раз вот подобные средства типа Cleansing Edition, либо типа очищающего бальзама от марки Iflom, это отличная база под такой массаж, база питательная, база с различными маслами, которые помогают вашей коже расслабиться, которые вас настраивают на такой вот очень релакс-режим. А далее вы берете муслиновую салфеточку, которую вы совсем недавно накладывали на ваше лицо, и, собственно, начинаете вот так вот удалять все остатки данного бальзама с вашей кожи вместе со всеми загрязнениями, вместе с косметикой, вместе вот со всем-всем-всем, что на вашем лице находилось. Потом, безусловно, после каждого применения данную муслиновую салфеточку надо стирать, сушить, для того, чтобы в ней не копились бактерии, для того, чтобы вы всегда прикасались к вашему лицу только чистым продуктом, только чистыми средствами. Более подробно о том, как я использую Cleansing Edition от марки MCLO Skincare, вы можете посмотреть в избранных сторис на моем инстаграм-аккаунте. Я специально сохранила целую серию коротких видео о том, как я ежеутренне использую данный бальзам для очищения моей кожи лица, собственно, все-все-все этапы использования. После очищения кожи с Cleansing Edition, после того, как вы удалили остатки этого бальзама с помощью муслиновой салфеточки, в принципе, ваша кожа очищена. Если у вас остается какое-то ощущение жирности, то вы, безусловно, можете потом продублировать очищение вашей кожи с помощью геля, но вот для меня данного бальзама полностью оказалось достаточно. Более того, моя кожа стала себя чувствовать значительно более комфортно. Я считаю, что для зимы это, в принципе, очень и очень классный продукт, так как зимой наша кожа и так подвержена большому количеству стрессов, она и так становится более сухой естественным образом, и ухаживать ей надо максимально щадяще, средствами, которые максимально нашу кожу питают и увлажняют, ни в коем случае ее не раздражают и не пересушивают. И вот лично я открыла для себя, что подобный бальзам, особенно для очищения моей даже комбинированной кожи зимой, очень и очень классно себя зарекомендовали. Моя кожа себя действительно стала чувствовать лучше, поры мои постепенно сокращаются, никакой закупорки пор, никаких новых высыпаний данный бальзам точно не вызывает. И лично я, после того, как я уже сказала, удалила остатки данного бальзама с помощью муслиновой салфеточки, я наношу на свою кожу тоник, наношу свой увлажняющий дневной крем и, в принципе, наслаждаюсь жизнью и наслаждаюсь моей очень однородной, очень здоровой кожей лица. Вот если вы обратили внимание, то, как я уже говорила в предыдущем видео, на моей коже сейчас нет никакого тонального средства, нет никакого консилера, и моя кожа с розацией, с большим количеством проблем сейчас, на мой взгляд, выглядит очень и очень достойно, и я, правда, как никогда довольна состоянием моей кожи, за что большое спасибо марке MCLO Skincare. Второе средство, о котором бы мне хотелось рассказать от марки MCLO Skincare, это вот такой вот Serum Edition.
Это даже не сыворотка, это масло, на самом деле, для лица. Это смесь различных масел. Данное масло вы можете применять как самостоятельно, так и добавлять несколько капель данного масла в ваш базовый ночной или дневной увлажняющий крем. У данного средства вот такой вот носик дозатор. Кстати, бутылочка очень похожа на бутылочку с увлажняющим муссом от марки 2211, которые я вам рассказывала в предыдущем видео. Для полноценного применения, если вы используете данное средство автономно, вам достаточно 4-5 капель. Если вы добавляете данное средство в ваш увлажняющий крем, вам достаточно 1-2 капель данного средства. Это средство, как я уже сказала, является комбинацией лучших масел по уходу за кожей лица. Оно отвечает за то, чтобы нашу кожу заряжать энергией, за то, чтобы нашу кожу увлажнять и питать, передавать ей все те витамины, которые нашей коже необходимы для активной и для нормальной полноценной жизнедеятельности, также для того, чтобы нашу кожу защищать от стрессов и любых воздействий окружающей среды, будь то мороз, ветер, будь то кондиционеры и так далее. Я данное средство очень люблю, в последнее время использую его очень активно, как для ночного, так и для дневного применения. Если для ночного применения я использую данное средство автономно, то для дневного я использую его, добавляя в свой увлажняющий крем. Вот увлажняющий крем я уже нанесла, поэтому сейчас я вам покажу, как я наношу его. В данном случае я буду наносить его отдельно, но поверх увлажняющего крема, поэтому я выдавливаю всего несколько капель. Согреваю данное масло между моих ладоней. И вот такими вот надавливающими движениями переношу его на мое лицо, шею и зону декольте. Serum Edition. Очень-очень приятно пахнет. В принципе, если мы говорим об органической косметике, то все средства с пометкой органик, их все, в принципе, можно использовать отдельно, как некую ароматерапию, а в данном случае, используя их как косметические средства и нанося их на свою кожу, вы, конечно же, такое вот двойное удовольствие испытываете и двойную пользу, собственно, тоже. После нанесения данного масла я еще раз вот такими вот надавливающими движениями прохожусь по всему моему лицу. Как вы видите, моя кожица стала вот просто сиять и светиться изнутри. Она увлажнена и напитана. И если вы посмотрите, мои поры, они действительно в очень и очень таком хорошем состоянии. Чему, как я уже сказала, я несказанно рада. Я, честно говоря, искала для себя этой зимой средства, которые позволят мне не только увлажнять мою кожу, но и достаточно интенсивно питать ее, потому что я все ближе подхожу к барьеру в 35 лет, и помимо того, что моей коже нужно увлажнение, а увлажнение нужно любой коже, в том числе и молодой, моей коже уже необходимо более такая глубокая забота, более интенсивная, и в период зимних морозов, ветров и кондиционеров кожу необходимо не только увлажнять, но и питать. И вот подобные масла, такие как Serum Edition от марки Clawclaw Skincare, масла типа Clarifying Day Oil от марки Dr. Hauschka, которые я также очень люблю и которые я с удовольствием использую не только в зимний, но и в летний период. Они действительно помогают мне справляться с моей кожей, увлажнять ее, питать, балансировать, делать так, чтобы кожа оставалась здоровой, светящейся, такой вот лоснящей. Чтобы, в принципе, макияж я использовала не для того, чтобы скрыть какие-то недостатки своей кожи, а как некий такой фан, когда мне хочется этот макияж использовать. Еще хочу поделиться с вами одним небольшим наблюдением. Буквально вчера очередной раз, доставая средства по уходу за кожей лица из холодильника, как вы знаете, я практически все свои средства по уходу за кожей лица
храню в холодильнике, кроме тех, которые на масляной основе, потому что они могут застыть. А я поймала себя на мысли, что на данный момент мой уход за кожей лица полностью состоит только из органических марок. Это марка Clo Skincare, это марка Доктор Хаушка, это марка 2211, это российская марка. Это марка Веда, которая также на 98% состоит из органических ингредиентов. Это марка Skin Island, которая также хвалится и ценится за большое количество органических компонентов в своем составе. Как-то так вот обстоятельства сложились, что я естественным образом перешла на органическую косметику, чему я несказанно рада, потому что состояние моей кожи действительно в последнее время улучшилось, оно меня радует. Я вижу, что органические марки очень-очень достойно работают, с удовольствием ими пользуюсь, и с удовольствием буду пользоваться дальше и рассказывать вам, делиться с вами своими впечатлениями и своим опытом использования подобных марок. Отдельно хочу сказать огромное спасибо марке Clo Skincare за потрясающий подарок. Мне безумно понравились средства от данной марки по уходу за лицом. Также с удовольствием продолжу свое знакомство, свое общение с данной маркой. Спасибо большое, доктор Clo, за ваши прекрасные продукты. Thank you very much, Dr. Clo, for your great skincare. I like it a lot, and I would like to try it more, to get acquainted with your products more and more, and try all the range of your skincare products, because they're really great, and they suit my skin very well. So thank you for that parcel. Hoping to get the new parcel from you, and good luck. It's a pleasure for me to be your friend, to try your skincare and to tell my subscribers about your skincare. I like it a lot. Еще раз спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что данное видео вам понравилось, я очень надеюсь, что данная информация оказалась для вас полезной. Вы вот сейчас видите, как светятся, как горят мои глазки, как светится здоровьем и напитанностью моя кожица. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях внизу. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, не скупитесь и не ленитесь, ставьте пальчики вверх для того, чтобы я понимала, что вам подобные видео действительно интересны, что мне нужно снимать их больше и чаще. Спасибо большое, что остаетесь со мной, спасибо большое, что подписываетесь на мой канал, и до скорых встреч, пока-пока-пока!